Немножко такое странное видео приветов. Сначала, наверное, с хорошего. Вот тут приветы у меня. Немножко их совсем накопилось. Раз я пока все не дойду до ванны. И мне так интересно весь этот, как же это назвать, аттракцион всех этих комментариев. Сейчас я, кстати, зачитаю. Привет, Виктория Гришина из Тюмени. У меня в Тюмени есть какая-то родня. Рита Марвин, привет тебе. Мишка Мишка с двойным ником, тебе привет. Алина Миллер, привет. И Владислава Романова, привет. А еще хочу передать, ну вот люди просто очень хотят вот внимания, ну иначе как-то объяснить. Voice Kiss, голос поцелуя, привет тебе. Мне так интересно, сначала ты пишешь одно, потом обвиняй меня звездой, говоришь, что ты лучше всего знаешь меня. Потом ты заявляешь, что ты меня не знаешь, и оказывается, ты издеваешься над какой-то больной женщиной. А ты в курсе, что издеваться над какой-то больной женщиной, это очень плохо. Это показывает тебя, как, мягко говоря, плохого человека. Или ты любишь издеваться над больными людьми. Ну, тогда я желаю тебе, чтобы над тобой тоже какой-нибудь более здоровый, чем ты, человек, поиздевался. Так, и Диана Ядар, Ярадайкина, блин, надо такую фамилию придумать, ее парсоте, фиг прочитаешь. В общем, Диана Ярадайкина, я так рада, что тебе нравится, как я снимаю, еще мне так нравится, как ты пишешь комментарии, сначала одни, потом другие. Я хотела тебе написать комментарий, но у меня периодически глючит моя Mozilla, конечно, наверное, надо перевести уже на Google, точнее на Chromium, потому что Google Chrome на моей Минте 32 разряда не играется уже. Но мне что-то как-то лень, мне привычнее с Mozilla. Вот, женщина хочет прославиться. Иначе на кой хрен она прискакала и пишет столько комментов? Да еще в этом самом. А, выверни свою жизнь наизнанку, деточка, если ты мне заплатишь 300 миллионов евро, я подумаю. Только подумай, вот ты мне заплатишь, если 300 миллионов евро за то, чтобы я подумала, то тогда да, я подумаю, стоит ли мне что-то еще дальше делать. Но тогда тебе придется еще раз раскошелиться. Так, я, конечно, но рык на камеру, о да, вы же никогда не рыгали, я забыла. Вы же вы же кушаете или вообще не кушаете? Господи, если уж ты пишешь рык на камеру, тогда пиши господи, ёпарасоте. Или ты там кого-то хочешь оскорбить своим словом. Ну, явно не меня. Потому что меня вряд ли такое существо может оскорбить. Наталья... Анастасия Ритман, тебе тоже привет. Кошмар, взрослая женщина, ведете себя хуже ребенка. А ребенки... такое ощущение, что дети это такие существа, которые... Ну, не знаю, муха на стекле. Это как, знаете, я как-то зашла в кафе с Машкой. И мне не продали блинчики, хотя у меня зубы молочные. А там блинчики продавали исключительно детям. Сказали, что взрослым блинчики нельзя. То бишь взрослый человек съест детские блинчики и слампы. А, и конфетки, нет, извиняюсь, словечко вырвалось. То сейчас набегут те, которые косят под религиозных. Так, Лёля, вы переплюнули всех эсмеристов. Ладно, это нормально. Ну вот это мне нравится, когда пишут: Лёлик, ты мне безумно нравишься как человек. Вы мне тоже безумно нравитесь, такие хорошие все. Ну вот именно что Voice Kiss и Диана Ярадайкина, вы нашли друг друга, поженитесь, а? У меня он тут батарейка мигает, лапы трясутся, все-таки надо мне присмотреть этот нарост палку под фотик. Что-то они все минимум 106 сантиметров, 106 сантиметров это как-то уж совсем предел. Но этим я займусь, когда с деревни приеду, буду смотреть палку под фотик. Всем пока!